Многоэтажку, поврежденную взрывом газа в Томске, решено снести. Об этом сегодня сообщил представитель администрации города. В течение 2 недель специалисты пытались укрепить поврежденные конструкции, однако это так и не удалось. Тогда и решили демонтировать опасное здание. Жильцов уже попросили забрать вещи. В течение ближайшего времени им обещали предоставить новые квартиры. Напомню, взрыв на 8-м этаже дома прогремел 30 ноября. Сдетонировали газовые баллоны во время установки натяжных потолков в одной из квартир. 2 человека погибли, еще 8 получили серьезные травмы.